Какие только конкурсы и спортивные соревнования не проходят для различных категорий населения на территории городского округа Зарайск. Их организаторами выступают администрации, муниципальные учреждения, коммерческие организации. Одним из них стал конкурс караоке среди детей из многодетных семей, инициатором проведения которого выступило некоммерческое партнерство детско-юношеский спортивный клуб инвалидов «Алмаз». Вы стали частными героинями наших программ. Сегодня вы здесь, во Дворце спорта. Что собираетесь делать? Мы собираемся поучаствовать в конкурсе и попеть, всех порадовать. Вы любите петь, мы знаем, вы очень много умеете. А что сегодня вы будете петь, Настя? Под караоке. А как часто такие конкурсы проходят? Вы стали давно участниками конкурса подобного рода или это первый раз для вас? Вот, например, я участвую практически во всех музыкальных конкурсах. Мама говорит, что у меня талант. Я пока не верю. Я первый раз такое участвую в этом конкурсе. И мне кажется, поэтому первый раз я не знаю, часто ли они проходят. То есть ты очень волнуешься, да? А откуда ты узнала об этом конкурсе? Мама сказала. Скажи, как тебя зовут? Да, Денис. Денис. А что ты сегодня будешь здесь делать? Буду петь. Ты умеешь петь? А что, ты будешь петь? Крокодил Гена. Крокодил Гена. На гармошке. А кто тебя научил петь? Я сам себя научил. Сам себя научил. А что ты еще умеешь делать? Я умею кувыкаться. Я умею прыгать. Значит, ты будешь заниматься спортом? Да. Ну, мы тебе желаем побед спортивных. Угу. Ну и обязательно в конкурсе караоке тоже победить. Сладкие столы, шарики, счастливые глаза малышей, поддержка мам, волнующихся от предстоящего конкурса, настоящие профессиональные жюри и старые добрые песни о главном. О дружбе, детстве, мире, а самое главное – потрясающие голоса детей, которым так хотелось себя показать и, конечно, обязательно победить. Валерий Маркович, Герман Беляев, студия «Клан», Зарайское кабельное телевидение.